Суть игры заключается в следующем. Вожатые вырезают круг и лепестки. На лепестках они пишут веселые задания каждому отряду. Например, придумать и разыграть мимическую сценку, сочинить сказку и инсценировать ее, изобразить пантомимой отрывок из песни или стихотворения. На подготовку к выступлениям дается 10 минут, а затем вперед показывать свои таланты, фантазию и умения. Цель игры – помочь ребятам раскрепоститься, выступая на сцене, дать возможность проявить интеллектуальные способности и научить дружелюбности со сверстниками. Мне очень нравятся разные конкурсы в лагере. И мне повезло, что меня выбрали капитаном нашей команды. Нам надо было пропеть песню «Крокодила Гены, пусть бегут неуклюже», промяукать и прохрюкать. И рассказать разными эмоциями стихотворение «Идет бычок, качается». Я озвучивала сказку «Репку». Нравится, здесь очень весело. Игра «Ромашка» со своими задачами справилась. Дети на одной волне друг с другом и увлечены общей игрой. Положительные эмоции, радость победы, смех и улыбки. Именно так формируется командный дух и достигаются первые высоты.